красивый, модный город. И две вот такие вот прекрасные девчули. Что же входит в этот набор? А здесь уже видно, потому что вырезано окошко. Можем наблюдать, что здесь есть шампунь и гель для душа. Итак, шампунь 2 в 1 идеально подходит для ослабленных и поврежденных волос. Уникальная мягкая формула бережно очищает волос. Давайте откроем сейчас с вами. Вытащим этот шампунь. Вот такая вот красивая упаковочка. Посмотрите. Будет очень красиво смотреться на туалетном столике с дозатором. 250 миллилитров. Здесь еще не все, здесь уже еще есть витамины. Здесь есть провитамин B5 и комплекс витаминов ПП. И также витамин С, который устраняет ломкость волос, предотвращает появление секущихся кончиков, способствует укреплению и возрождению здорового блеска волос. И это еще не все. Вы представляете, здесь еще есть гиалуроновая кислота, которая в свою очередь интенсивно увлажняет волосы, придает им гладкость, эластичность. Очень-очень много здесь всяких витамишек, большой объем. Но мне очень интересно, как он будет в применении. Хорошо ли он мылится? Мы с вами сейчас проверим. Небольшое количество шампуня нанести на влажные волосы. Массирующими движениями вспенить. Тщательно смыть водой. При необходимости повторить процедуру. Посмотрите, какая красивая упаковка. Ну а что же у нас в наборе? Гель для душа. Еще есть вот такой вот гелик. Для душа у нас имеется он также 250 миллилитров. Здесь тоже красивая картинка. Такой набор будет классно смотреться в ванной комнате. И здесь тоже у нас идет способ применения: нанести на влажную кожу или губку, спенить и смыть только для наружного применения. Ну а что же здесь внутри? Значит, этот гель для душа предотвращает процесс очищения. Он превращает его в удовольствие благодаря сочному летнему аромату. Ну-ка, давайте попробуем. Ну-ка. Ну, такой, знаете, как цветочный аромат. Что же здесь есть? Замечательный.
конечно же, посмотрим, как они будут наноситься. Я буду тестировать сейчас. У меня есть водичка и шампунь. Будем сейчас сначала тестировать. Буду тестировать его на вот этой вот куколке. На кукле Барби. Да, на этой куколке будем тестировать шампунь. И проверим, как он справится со своей задачей. Будет ли он хорошо волосы смывать. Давайте намочим, потому что написано, что на мокрые волосы. Намачиваем волосы, выжимаем. Теперь нанесем небольшое количество шампуня. Так, это у нас гель. А это шампунь. Прозрачная консистенция у нас. Начинает у нас мылиться. Вот, а если
водички побольше добавить. Я думаю, что нужно водички добавить побольше. Он будет вот сильнее пениться. Вот, мои хорошие. Самого.